А потом, что я сказал? Я ничего плохого не сказал. DVD-диск. Путин, я же не сказал, как его прозвали. Знаете, его в Сибири назвали, ему кличку дали в Сибири, Лили Путин. Это наши люди дали кличку, это не я. Потому что слова красивые, а дела-то лилипутские. Ведь посмотрите, ну, мы хотим, я лично хотел бы, чтобы наш президент был человеком слова, хотя бы одного. А он человек слов, красивых. А я хочу, чтобы он держал свое слово. Сказал мочить, мочи. Нет сортиров, строй, полно строителей. Это был предвыборный слоган. Мы выбирали его благодаря этому слогану.